Виталий из Ташкента спрашивает. Доброго дня. Что будет с материальным миром после того, как все души соединятся с Творцом? Какой станет наша планета Земля? Будут ли существовать деньги, банки, небоскребы? Да ничего не будет существовать. Просто нашего мира не будет существовать, потому что он существует только в нашей иллюзии. Он нигде не существует, наш мир. Вот это все такое деревянное, каменное, это все существует только в наших ощущениях, и не более того. Надо просто поучить раздел Кабалы, который называется «Восприятие реальности». Что за эта реальность, данная нам в ощущениях? Она дана только в наших органах чувств, только в нашем желании воспроизводится вся она. А вне наших желаний ее не существует. Мира вне нас не существует. Существует один общий свет, и мы его воспринимаем в соответствии с нашими органами чувств.